Финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт». Это будут вторые соревнования, которые реконструированный стадион примет до Кубка Конфедерации. Первый тестовый товарищеский матч сборных России и Бельгии состоится 28 марта. Сейчас на арене завершаются работы. Она рассчитана на 45 тысяч зрителей. Напомню, 1 марта «Фишт» посетила инспекционная комиссия ФИФА. Это пятая по счету контрольная проверка стадиона. Члены комиссии заявили о том, что все сроки соблюдены и готовность объекта к матчам не вызывает сомнений.